камера видеонаблюдения с AliExpress. По фирменному скотчу можно понять, что это магазин J. Craftsman. Многие любят этот магазин. Пишите свои комментарии, именно отзывы о этом магазине. Комментарии не удаляю, сохраняю, поэтому пишите всю правду, кто заказывал, кто сталкивался. Изначально красивая упаковка фирменная идет, модель камеры Full Color камера. По сути, это Color View камера, полноцветный вариант. Ночью она будет показывать тебе в полном цвете. Это камера с хорошей светочувствительной матрицей и со светосильным объективом 4-миллиметровым. 8 мегапикселей матрица, аудио POE, юзер-админ и пароль 0. И это XMI-овский вариант камеры, которая имеет светосильный объектив с апертурой, с диафрагмой f1.0. Пропускная способность света этого объектива увеличена по сравнению с обычными в 2-3-4 раза. Некоторые пропускают больше света на матрицу, соответственно, камера лучше видит, чем обычные камеры с обычными объективами ночью при плохой освещенности. Смотрите, инструкция, и есть русский язык, английский, русский, поэтому можно зайти, взять и на досуге ознакомиться. ВМС, CMS, XMI, ICC, все вот эти приложения одноплатформенные, XMI-овские. Камера иметь будет 100% совместимость с XMI-овскими видеорегистраторами. По J. Craftsman-овски вот так вот кабель закручен. Правильно это или нет, напишите также в комментариях. Сама камера в металлическом полностью корпусе, 4-миллиметровый объектив. И есть желтого свечения светодиоды, которые имеют регулировку по яркости в зависимости от освещенности. То есть это та камера, которая не переходит в черно-белый режим, не имеет она механического фильтра день-ночь. В цвете остается постоянно, но ночью задействуются желтые светодиоды, которые увеличивают свою яркость по мере потемнения. Микрофон где-то должен быть. Сзади вот он, да. Камера разбирается отсюда. Силиконовая прокладка, металлический кронштейн. Все полностью металл. И это POE вариант камеры. 8 мегапикселей. Крепежный элемент и шестигранник для регулировки кронштейна. Кронштейн не очень здесь удобный в регулировке. Но один раз зафиксировал его, выставил. Поотпускал там, где надо, попроворачивал, пофиксировал шестигранником, камера работает. И Муфтонер J45 в черном исполнении идет по одному кабелю. Когда подключаешь по POE, то муфту монтируешь, ну и так монтируешь. А вот 12-вольтовый разъем питания можешь глушить сразу, если по 12 вольтам не будешь подключать. Все по стандарту. Шаблон для разметки. Сверлений снаружи нету доступа для установки карты памяти. Думаю, разберу камеру, а вдруг там есть слот для карты памяти. Заодно удивлю продавца. Не указывает продавец информацию об этом, о наличии слота для карты памяти. Вот какие внутренности камеры. Заодно посмотрим, вот он, этот светосильный объектив установлен такой он. Так, что ж я хотел слот посмотреть, имеется или нет. Нет, по-видимому, слота нету. На процессоре стоит радиатор. Ну, камера качественно изготовлена, собрана. Все на стойках, видите. Слота я не нахожу. Микрофон вот здесь вот залитый стоит. Все, в общем-то, все отлично. Корпус, видите, какой толстый. Из алюминиевого сплава. Также он выступает и радиатором для отвода тепла. Также служит. Также видим отсутствие ИК-фильтра день-ночь механического, который переключает камеру в черно-белый режим. Нету его. Просто вот такой вот для объектива установочный кронштейн стоит. Необычного образца. Стандартное подключение камеры по POE по 12 вольтам. У кого POE видеорегистратор XMI-овский есть, приложение, которое со смартфона вы отслеживаете его через XMI приложение. Эта камера напрямую подключается одним кабелем к нему, если он POE 48 вольт.
И сразу картинка выводится без всяких настроек на свободный канал, на который вы подключили камеру. Если в домашней сети вам нужна эта камера, то по ПОЕ или по 12 вольтам подключайте, ее вопросов не будет. От роутера кабель в LAN и на камеру кабель в разъем ПОЕ. Тут заявляет продавец, до 80 метров может идти длина кабеля. Если хороший кабель, то и до 100 метров. Именно качественный ПОЕ, то есть витая пара, может быть разного качества кабели. Никаких щелчков ждать не нужно при, как стандартное подключение IP-камеры, потому что ИК-фильтра день-ночь нету, он не будет щелкать. Что мы можем, где мы можем увидеть индикацию, а именно вот здесь. Вот камера загрузилась, и видим на разъеме RJ45, что камера уже готова, можно ее искать в поиске видеорегистратора в домашней сети, программа VMS на компьютере, приложение XMI Pro, ICC Pro на смартфоне, одноплатформенные приложения для отслеживания XMI-евских камер. Сразу по картинке не скажу я, что это Sony матрица, ну то есть не видно даже по картинке, картинка хорошая, но у Sony матрицы даже дневная картинка, детализация хорошая, более реалистичная. И смотрите, что происходит, эта камера имеет очень классный функционал, она определяет автомобили и пишет видео по авто, видеорегистратор отдельно сохраняет в аналитику по автомобилям и по людям также, силуэты человека. Также камера различает и также пишет отдельно статистику по людям. И определение людей и автомобилей идет на большом расстоянии. В настройках компрессии на 16 канале посмотрим характеристики. 4К и смотрите, 20 кадров в секунду. Ну то есть не во всех камерах при таком разрешении стоит 20 кадров, 15 в максималке, тут 20 уже есть. При этом есть возможность смены разрешений, 4-5 мегапикселей, 3-2-1. При 5 мегапикселях можно 25, наверное, при 2 или даже при 3, при 4 30 поставить можно кадров в секунду. Но уже смотришь, что тебе важнее, разрешение или кадры в секунду. Картинка при добавлении кадров будет более плавной, более реалистичной. Формат сжатия двухформатная, 265 и 264 старый есть. И теперь интересует тревога, по тревоге 16-й. Канал. Обнаружение людей, еще и лица будет фиксировать. Эта функция работает вместе с видеорегистратором по лицам, поэтому в паре будут фиксироваться лица, можно будет просматривать по лицам видео. В меню XMI-евских вот новых видеорегистраторов, ну они не новые, уже давно идут, но которые обновляются сейчас, есть проверка формы автомобиля, именно вот раздел по автомобилям. Жмем, и если у вас камеры подключены к видеорегистратору, которые имеют эту функцию, то сразу вас переводит на этот канал, на котором эта камера подключена с поддержкой автомобилей. И вот что мы получаем. Можно по автомобилям включить-выключить запись, при определении автомобиля делать по периодам, на какой канал писать, в какую камеру включать при этом. Обход, если поворотные камеры, 5Z установка также, вывести надпись, ну короче, сигнализацию, голосовые подсказки видеорегистратор может подавать, зумер включать, подъехал автомобиль к воротам и видеорегистратор у тебя в помещении стоит и пищит зумером. То есть все эти моменты можно делать чисто вот по автомобилю. Людей определяет на огромном расстоянии. И автомобили, и людей. То есть чувствительность уже настроена хорошо. Отключил автомобили. И очень хорошо, что определение, то есть выделение автомобилей также выключилось. Я думал, просто не будет писаться запись по автомобилям, а именно рамка зеленая останется. Но нет, рамка пропала. То есть на записи, записи сейчас пойдут чисто по силуэту человека. На автомобили реагировать не будет. Можешь выключить по человеку, оставить автомобиль, будет писать тревогу чисто по автомобилям. Вот сейчас ничего не пишет, потому что в зоне видимости камеры людей нету. И по лицам посмотрим, люди будут идти, чтобы ей была возможность зафиксировать лицо. Посмотрим, как и на какая чувствительность по лицам также в этой камере стоит. По 4-миллиметровому объективу, а именно по углу захвата. Не скажу я, что критично. То есть там, где тебе 3,6 подходит, то 4-миллиметровый тоже можно брать. Угол не узкий. Ну как вам ночная картинка? У меня просто нет слов. Реально хорошие характеристики камеры. И ночная картинка даже мне больше нравится, чем дневная.
смотрите, определение автомобиля идет, вот эту область я исключил, и именно здесь включил, то по людям, то автомобилям включал. Посмотрите на эту ночную картинку, реально это ночь, и эта камера отлично будет работать в том месте, где у вас уличное освещение, то есть ей не нужно даже будет включать свои светодиоды, которыми она сейчас светит, именно желтый спектр, наверное, где-то 3700 кельвинов, температура свечения, именно та температура, которая присуща противотуманным фарам, именно желтое ядовитое свечение, которое на большое расстояние они светят. И этой камере, так как в ней светочувствительная матрица и светосильный объектив установлен, вполне этих светодиодов хватает, чтобы осветить большую территорию. Если будет у вас уличное освещение, вот как тут, она минимальный свет видит. Он чуть-чуть там где-то в окнах свет пробивается, и она видит. Хожу вот сюда, я так хорошо не вижу, как видит камера. Человеческий глаз именно вот так хорошо не видит. Здесь все практически темно для человеческого глаза, но камера в цвете это видит отлично. Подойдет тем еще эта камера, вот недавно человек в комментариях задавал вопрос, мне нужна камера, чтобы не были засвечены автомобильные номера. Для охраны стоянки, заезд-выезд стоянки, какая-то территория с автомобилями охраняемая. Вот в таком режиме номера автомобилей не будут никогда засвечены, будут всегда различимы. Камера на приложении ICC. Есть некоторые моменты по настройкам, которых нету в видеорегистраторе. Заходим в настройки. Здесь по тревоге, значит, есть также моменты интересные. Можно включать, выключать автомобили, не беспокоить, поставить, чтобы не приходили уведомления там по графику. Настройки тревоги, чувствительность, показывать следы, выбирать людей, автомобили или нет. Область также здесь можешь настраивать, вот что именно я настроил, исключил дорогу, чтобы лишнего не писало. С приложения делаешь, сохраняются настройки, камера работает, поэтому обнаружение людей. Ну, здесь аварийный сигнал именно на, если камера с динамиком, там, если с картой памяти писать, что делать. У нас камера без этого всего, поэтому... Так, и вот интересный момент, ночной режим и регулировка яркости свечения именно светодиодов. Сейчас стоит в 50%, убираю полностью, то есть я их выключаю. Камера без дополнительной подсветки, и посмотрите эту картинку. Просто очень классная картинка с этой камеры. Люди ходят, она включает запись, автомобили проезжают, включает запись, все записывается на видеорегистратор. Детализация просто ночью, посмотрите какая. Ну тут уже... такой цифровой зум, шумы появляются, а так шумов глазу, но если не присматриваться, их и не видно. Далее на 100% ставлю. Плавно можно регулировать, и посмотрите, насколько хорошо видит она вот эти, нельзя их назвать мощными, потому что ну, глаз человека так, такой луч не видит. Как классно она видит этот рассеянный свет на всю картинку этих желтых светодиодов. Здесь ты можешь, значит, ставить по расписанию время начала включения светодиодов, время окончания выключения. Или можешь выключить эти периоды, и будет в автомате работать, наверное, как-то от освещения. Ну, разбираться нужно, но факт тому, что даже по времени можно задавать время свечения светодиодов. И это по времени классно чем? Например, у тебя уличное освещение до 11 вечера горит, потом выключаются. И ты ставишь с 11, если тебе нужно, дополнительный свет от камеры. Включатся. Включают освещение уличное там в 5-6 утра, к примеру. Ты время окончания так и ставишь этих светодиодов в 5-6 утра. Все отлично. И режимы есть яркости. Ну, они тут неприменимы в этой камере. Full color просто постоянно в цвете стоит. А светодиоды ты можешь включать, выключать. Если Smart Event поставить, ну, оно не реагирует. Короче, это для камер, я так понимаю, с другими возможностями. Все остальное, как в обычной XMI-овской камере. То, что хотел я увидеть и ожидать от этой камеры, я получил. Отличный вариант. Кому нужен такой вариант в постоянном цвете, то смело можно ее заказывать, устанавливать на освещенные участки или слабо освещенные участки.
Также, если надо, эта картинка тебе цветная, в полной темноте, как я сказал, по автомобилям, там, чтобы не засвечены номера были, то эта камера как раз для тебя. В Украине, если кому нужна такая камера, продаю по цене AliExpress, в Telegram заходи, там с вами в личку зайду и договоримся. На сегодня все, ставьте лайки, помогайте продвигать канал, видео, жмите на колокольчик обязательно. Всем удачи, до следующих видео.